О, хорошо, что никого нету. Привет всем, ребят. Меня зовут Саша Джаггер. За что я не люблю, короче, свою работу. Периодически, не всегда, правда. Надо просыпаться рано утром и ехать на очень далекие расстояния. Так как у нас сейчас проходит мероприятие, а мы как организаторы должны непосредственно там быть раньше всех. Блин, Макс, стволы придется убрать. Давай, пока никто не видит. Давай, вышел. Предложили, короче, ну, покурить кальян. Покурили кальян. Все понравилось, все хорошо. Рекомендую. Пацаны с Индии приехали. Ну да, вон какой-то скриптонит ведущий. Ребята, да. Сбирайте стаканчики. Трусы. Так, ну, все близко, близко, но почти. Стерлитамак. Весенний бал. Уфанет. Погнали. От потенции, дружище, у тебя сегодня бенефис. Это таблетки для мужчин, пилюльки они еще выпускают. Давайте похлопаем молодому человеку. Через 2 часа здесь будет проходить весенний бал для выпускников города Стерлитамак. Вообще это мероприятие должно было пройти месяц назад. Оно и было, организовывалось. Но из-за того, что пошел сильнейший град, короче, ничего не получилось. У нас сейчас торжественное открытие магазина «Глав Кальян» в городе Мелеуз. Нужен, не слышу. Лишний повод нахуяриться у людей появился. Прям трясущимися руками за стаканчик. Парни, со школы? Уроки сделали? Я говорил, у нас камера появилась. Шли покурим. Как раз курить хотелось. В смысле? По красоте делаешь. Кто ребенка запустил? За детейский пульт. Сфоткай. Владислав Гуляев, кто это? Дружище, скажи, на что оканчиваются свои цифры? У меня там нет номера. Номер не оставил? Ай-яй-яй, прикинь, сейчас я скажу, сказал, что ты я участвуешь. Выиграю, очень не соблюл условия. А я первый пришел. Иди как отбирай. Александрович. Александрович, красава, дружище, держи кальян. Давайте поаплодируем. Вот. Красавчик. Давайте, можно фотографию сделать памятную. Вот, отлично просто, друзья. А вы не расстраивайтесь, у нас в группе постоянно проходят какие-то конкурсы. И вы можете выиграть призы, а сегодня все фоткайся. Давайте поаплодируем. Глав кальян, он сегодня вперед все открылся. Все дружно. А что ты делаешь? Так. Все только не отрывай. Ну что за... Пиздец. Какой прикол это оторвать шарики и их в небо запустить? Скотобаза жирная, блядь, как Макс. Сотрудников компании «Уфанет», всех ребят, кто работал над созданием весеннего бала, приглашаем на главную сцену для финального года. Thunder.
на грани. Тут, смотри, мало кнопок. А там же их, по сути, много. Там ударные. Не, ну можно. Он сэмпл, он, видишь, у меня же, видишь, сэмплер идет. Топ сэмплер. Я, получается, снимал вон там, стоял. И меня глушили динамики вот эти, прям они были направлены на меня. Итак, друзья, все, 2 часа эфира завершились. Весенний бал, Уфанет, город Стерлитамак. Площадь пустая, все вон фоткаются. Ну что, лысые что ли? Тоже сейчас пойдем. Вот хорошо быть высоким. Раз, два. Не без проблем, конечно, но перелезли. I got broads in Atlanta, just to lean the family, pretty cards in the scam. Выпускной у всех, сдали экзамены, школу окончили. Все радостные такие. Я на своем выпускном тоже довольно-таки так это. Ну, хорошо все его отметили, все на доброй волне было. Вот. И сейчас как бы, ну, на данный момент реально завидую тем детям, которые вновь это ощутили. Итак, друзья, всем привет, меня зовут Саша Джаггер. Сегодня я впервые себя пробую в роли корреспондента. Пока получается неважно, меня все динамит. Никто не хочет отвечать на социальные вопросы. Все, давай, поехали. По итогам опроса большинство горожан не отрицают. Я над завершением, Серег, не подумал. Вот сейчас, в общем, последняя капля будет. Если нас еще кто-то проигнорит, мы форматируем флешку и уходим.